Флорида, Моди, Либерти и Голден – все эти сорта яблок собирают в садовом хозяйстве Трам в ауле Красный Восток. Площадь сада – 34 гектара. Какие трудности испытали в этом году аграрии? С чем они связаны? А также какие плюсы с развитием этой отрасли отмечают селяне? Расскажет Альбина Ламкова. Садовое хозяйство Трам начало свое развитие 4 года назад. Много трудностей испытали аграрии на начальном этапе. Из-за холодной погоды саженцы замерзали. Польза была только зайцам, которые сполна насытились. Но несмотря на потери, сад получил неплохое развитие. Он постепенно разрастается. Мы долго думали, чем помочь аулу, и решили сделать сад. Мы начали с маленького сада. И он у нас превратился в большой. Проблемы были начально, когда деревья были маленькие. Зима была, зайцы трудились, не покладая рук. И у нас вот сад вырос. Жанна Гумжачева в яблоневом саду работает с первых дней. Люди благодарны за заботу, рабочие места и за достойную оплату. Мы сажали деревья, мы пололи деревья. Теперь вот уже второй год собираем яблоки. Ну, начальство у нас, ну, хозяин очень хороший. В начале весны этого года деревья были усыпаны яблоками, и садоводы не могли нарадоваться будущим урожаем. Но все планы их разрушил град. Хоть плоды и пострадали, но вкусовые качества остались, говорят садоводы. Ничего в хозяйстве не выкидывают, списывая на отходы. Все яблоки сортируют, раненые перерабатывают на соки, хорошие продают. Спрос на фрукты есть, так как они уже прославились своими вкусовыми качествами. Сюда приезжаем, берем для семьи, на зиму заготавливаемся. Ну, очень вкусные яблоки, тем более в горах, это вообще прекрасно. Вкусовые качества вообще отличные. Ну и хранение, вот тут ребята объясняют, какой сорт как хранится, вот так и берем. Преимущество здесь яблок, в условиях высокогорья они растут, вкусовые качества совсем другие, сочность другая. Есть более, которые имеют лечебный эффект, дают, особенно сорта Либерти, Флорина. Много трудностей в становлении приходится пережить садовому хозяйству Трам. Но садоводы не опускают руки. Впереди много планов. Это противоградовые сетки для защиты фруктов и увеличение урожая с помощью расширения территории сада, так как яблоки очень полезны и пользуются успехом. А чтобы осуществить поставленные цели, необходима господдержка, отметили аграрии. Альбина Ламкова, Заур Лиев, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Малокарачаевский район.